それでは私の方からは、再生未来クリニックで行っている、治療の一つですスキンレジュビネーショントリートメント、スキンセルインジェクションセラピーについて発表させていただきたいと思います。Итак, разрешите мне начать свою презентацию относительно еще одного вида лечения, которое осуществляется в нашей клинике. Это регенерация кожи или терапия путем инъекции клеток в кожу. 自己紹介今ユーリ先生していただいたんで省略してます。Меня уже представили, поэтому я эту часть пропущу.で簡単にあの再生未来クリニックの紹介をさせていただきます。Разрешите кратко представить вам клинику 再生未来。先ほどあのドクター・イヌイが、発表した時のスライドと同じものです。Практически то же самое, как представлял господин Инуй。で私はあのこの大阪の日本の大阪の、クリニックの中にあります CPC セルプロセッシングセンターというところで、働いています。Я работаю в Осаке в центре CPC, центр по производству клеток. でこれが、セルプロセッシングセンターがある建物です。Это непосредственно вот это здание CPC. でこれが設計図ですけれども。Здесь вы видите схему этого здания.実際はこの、クリニックのスペースと、細胞培養のための、クリーンエリアの2つに分かれています。Она разделена на две зоны. Первая зона это непосредственно клиника, вторая зона так называемая чистая зона, где производится культивирование клеток. で、こちらがあのクリーンエリアの、具体的なものですけれども。Здесь представлена схема чистой зоны.で細かな点はまた後ほどちょっと動画を見ていただきますので、省略します。Более подробно вы потом сможете увидеть на видео. でここであの白色、青色、赤色というふうに分けてますけれども。Она разделена на три зоны, и каждая зона обозначена соответствующим цветом, белым, голубым и красным. ヘパフィルターを用いて、部屋のクリーン度が異なっています。Внутри комнат осуществляется очистка воздуха путем бумажных фильтров. で、細胞培養する一番重要なこの赤い部分は無菌の部屋だと思ってください。Красная комната – это комната, где непосредственно производится культивирование клеток, поэтому эта комната должна быть самой чистой, и в ней не должно находиться ни одной бактерии.でこれがあの CPC の写真です。Это фотография CPC центра самого. でこの部屋は無菌ですので、このような特殊なクリーンルームウェアというものを着て作業をします。Поскольку это самая чистая зона, то, как вы видите, работник этой зоны одет в специальную форму.で先ほどあのドクター・イヌイが発表しました、セカンド GC マフ、シーラム GC マフや、オーラル GC マフ、コロストラム GC マフの製造もあのこういうクリーンな部屋で行っています。также в этой комнате происходит и производство GC мафов всех трех видов, о которых рассказывал нам господин Инуй. であのこちらはここモニターシステムなんですけども、Здесь установлена мониторинговая система. このように、24時間、連続でモニターをしています。Мониторинг происходит в течение 24 часов. で細胞培養に、重要な、細胞を保管する液体窒素や、Здесь находится жидкий азот, который является одним из самых важных элементов для культивирования клеток.で細胞を培養する、CO2 インキュベーター。Здесь находятся инкубаторы, где непосредственно культивируются клетки. で、レフリジェレーターやフリーザー。Холодильник, морозильник. で、こういうものの、温度や、炭酸ガス濃度などは、すべて、集中管理されています。Все параметры, температура, концентрация CO2, все параметры контролируются и мониторятся с помощью мониторинговой системы. で、もしあの異常があった場合は、警報が発令して、私の方の携帯電話に、メールが入るというようなシステムです。Если возникает какая-то неполадка или непредвиденная ситуация, то сразу
идет сигнализация, и на мобильный телефон господина Кубо сразу поступает информация об этом. で、これがあのバイオセンターの中にある主要な、機器の写真です。Здесь представлены фотографии основных механизмов оборудования, которые используются для культивирования клеток. 実際に少し動画を見ていただきたいと思います。Теперь хочу, чтобы вы посмотрели видео.これはあのルームプレッシャーを管理している、パネルです。Здесь можно увидеть показатели давления в комнате. 外から、汚い空気が中に入らないように。Здесь полностью контролируется, чтобы в комнату не попадало воздух снаружи. Точно так же они следят за тем, чтобы и из этой комнаты, где культивируются клетки, этот воздух не выходил наружу.でこちらが細胞を保管する液体窒素のタンクです。Это получается цистерна с жидким азотом, где хранятся, в общем-то, клетки.再生未来では、今日お話しします皮膚の再生医療の他に、がんの免疫療法もしております。Кроме производства клеток, также здесь происходит производство жидкости для лечения рака. И こちらの液体窒素のタンクの中には、皮膚の細胞や、がんの患者様の、リンパ球、NK 細胞、デンドリック細胞などを保管して治療に使います。Здесь хранятся не только клетки для использования регенерации кожи, но также для клетки пациентов с больных раком, потом которые клетки эти используются также для лечения дальнейшего. こちらがあの細胞培養するための特殊な服装です。Вот это еще раз форма на работнике центра, в которой он занимается культивированием клеток. で、扉は、このようにですね、ロックがかかるようになってます。Как вы видите, дверь закрывается на замок.こちらが、細胞培養をする中の部屋の様子です。Это внутри комнаты, где культивируются клетки.
で培養している細胞は毎日顕微鏡で観察して、культивируемые клетки ежедневно проверяются с помощью микроскопа。で、このような写真を撮影して記録にすべて残します。Они фотографируются и остаются в памяти на компьютере。でこちらが安全キャビネットと呼ばれる装置です。Это так называемый безопасный кабинет。でこの安全キャビネットの中は完全に無菌な空間となっています。В этом безопасном кабинете уже воздух, то есть он абсолютно чистый, без бактерий, без ничего.でそれでは、今からですね、再生未来クリニックで行っている、スキンレジュビネーショントリートメントの詳細を説明させていただきます。теперь я хотел бы вам рассказать уже непосредственно о лечении путем регенерации кожи。で、そちらの説明の前に、再生医療というものなんですけれども、それについて、ちょっとその言葉の説明をしたいと思います。Для начала я хотел бы рассказать вам, что такое вообще регенеративная медицина. で、こちらはですね、1993年に、ドクター・バカンティが、名付けた名前で、ティッシュエンジニアリングという言葉があります。В 1993 году доктором Ваканти был определен данный термин как кожная инженерия. で、このティッシュエンジニアリングというものは、тканевая инженерия. 細胞で、足場、スカフォルドと言いますけれども、コラーゲンとかエラスチンのような組織を作っているものだと思ってください。делается путем использования клетки, также вот скафолд, то есть это может быть эластин или коллаген, то есть какое-то базовое вещество. それと、成長因子、グロースファクター、サイトカインと呼ばれるものです。и факторы роста. で、この、細胞、足場、成長因子を、それぞれもしくは組み合わせて行うのがこのティッシュエンジニアリングという技術です。И в тканевой инженерии используется или полностью совмещаются три компонента, или два компонента, то есть там бывают разные варианты. で、このティッシュエンジニアリングという技術を用いて、組織や臓器を、体外で再構築します。С помощью использования вот этих вот компонентов производится и сама регенерация кожи. で、それを人に移植する。これが再生医療です。И после этого она трансплантируется уже непосредственно пациенту, и это уже называется регенеративная медицина. で、ここでこの細胞というものですけれども、細胞のソースについてちょっと説明します。Что касается клетки самой, давайте посмотрим, что такое клетка. で、まあ、ある方、患者様から、組織をバイオプシーで取り出します。Мы берем у пациента, допустим, биопсию, кожу. で、先ほどのスライドで説明しましたように、ティッシュエンジニアリングの技術を用いて、組織を再構築します。
С помощью тканевой инженерии мы делаем регенерацию, как только что мы видели на предыдущем слайде. で、この組織を、自分自身に戻す、これを、まあ、オートグラフトと呼んでます。То есть, когда мы возвращаем эту же кожу уже потом этому же пациенту, называется автографт. で、またこの、これを他人に移植する場合、アログラフトと呼びます。Если мы ее передаем другим людям, то уже называется аллографт. で、再生未来クリニックで行っているのは、このオートグラフトです。В клинике Сайсей Мирай занимаются автографтом. で、アログラフトというのは、免疫の拒絶反応や、感染症の問題がありますので、今は行っていません。Это связано с тем, что метод аллографт вызывает разные реакции иммунной системы, а также может вызывать какие-то еще побочные эффекты, поэтому в данный момент мы пока что этим не занимаемся. で、こちらが、再生未来クリニックで実際に行っている、治療です。Здесь указано непосредственно виды терапии, которые производятся в клинике Сайсей Мирай. で、一般的にこれはコスメティックサージェリーと言われる外科の手術です。で、こちらは、再生未来では、していません。Мы не производим операции косметических. で、これがですね、コラーゲンやヒアルロン酸を注入する先ほどの足場を使った再生医療と言えます。Второй идет это инъекция коллагена или гиалуроновой кислоты. Это именно один из трех элементов, о которых мы говорили, который является элементом тканевой инженерии. で、こちらも再生未来では行っていません。Данную операцию мы тоже не проводим. で、これはコラーゲンが動物材料であったり、ヒアルロン酸というのが、その純度が悪かったりするために、安全を考えて今はしておりません。Это опять-таки связано с тем, что и коллагены, и гиалуроновая кислота могут вызывать разные реакции неприятные, поэтому мы не занимаемся пока что этим. で、この下の2つが、実際に、再生未来で行っている治療です。А вот эти два метода мы как раз осуществляем в нашей клинике. 一つは、グロースファクターを利用した治療になります。Первое это использование фактора роста. で、これは簡単に言いますと、患者様から血液を採取して、血小板を、注入します。Фактически мы берем у пациента кровь и вводим ему потом обратно его тромбоциты. で、この血小板は、中にいろいろなサイトカインが入っていまして、怪我を治すというような、機能を持っています。тромбоциты, естественно, помогают потом, имеют эффект помощи для лечения разных ран и травм. で、この一番下の治療法、細胞を使った治療を、今日は中心にお話ししたいと思います。И последний метод это уже использование клеток. Вот о данном методе я хотел бы как раз более подробно рассказать. この治療は、細胞自身、そしてその細胞が産生する、スカフォルドやグロースファクターによって、より治療の効果を高めるというものです。В данном методе используются все три элемента. Это клетка, базис и фактор роста. で、こちらは皮膚の模式図です。Здесь мы видим схему кожи. ご存知の通り、表皮、真皮、皮下組織というふうに3つに分かれています。Ну, как вы все знаете, что оно разделено, кожа делится на три части. で、先ほど治療に用いる細胞と言いましたけれども、普通スキンセルと呼んでますが、実際はファイブロブラストと呼ばれる、真皮にいてる細胞を使います。Для лечения используется кожная клетка или, если термином сказать, то фибробласт. そして、この
皮膚ですけれども、このような若い頃の皮膚というものは、皮膚の細胞や皮膚の細胞もたくさんいて、活性も非常に高いです。Как вы видите, с левой стороны представлена схема молодой кожи, когда очень много находится под кожей кожных клеток, которые являются активными. そして、コラーゲンも多く、非常に太い繊維になっています。Коллаген выглядит как довольно-таки толстые прожилки. そしてヒアルロン酸もたくさんあるため、みずみずしい、潤いのある皮膚になっています。Также много гиалуриновой кислоты, которая содержит много жидкости. でこのように、弾力があってみずみずしい皮膚が年を取ると変わってきます。Поэтому кожа, молодая кожа, она упругая. でまず皮膚の細胞は、活性が落ちます。И потом же, когда происходит старение, то активность клеток снижается. でコラーゲンは分解されて細い繊維となって弾力を失います。Коллаген постепенно разрушается и становятся вот эти вот прожилки неэластичными. そしてヒアルロン酸も少なくなり、乾燥した肌となっていきます。Гиалуроновой кислоты также становится меньше и кожа становится дряхлой. でこのような結果から、薄くなってしまった皮膚のこの部分にシワだとかたるみというものができることになります。И в тех местах, где кожа начинает становиться тонкой, мы можем видеть морщины. で、これは、韓国の研究者がやってる、やった実験の論文です。Здесь представлен опыт, который был проведен корейским доктором. 10代から20代、30代、40、50、60、70代までバイオプシーをして皮膚を調べています。Он, начиная от 10 лет, постепенно, через каждые 10 лет, проводил эксперименты. で、この、MMP12 というのはマトリックスメタロプロテアーゼというもので、コラーゲンを分解する酵素です。Здесь вот на MMP12 вы видите, как постепенно разрушается коллаген. で、このように40代から、多くなっていることが分かると思います。Вот 40 лет и выше вы видите, как, насколько сильно он начинает разрушаться. つまり、40代からの皮膚はコラーゲンが分解されてこのようにシワやたるみができていると考えられます。То есть, начиная с 40 лет, коллаген начинает сильно разрушаться, и по фотографиям можно видеть, что кожа становится морщинистой. それで先ほど再生未来では、スカフォルドを注入する、コラーゲンやヒアルロン酸を注入することをしていないと言いましたけれども、このように注入しても分解されてしまうからです。И одна из причин, почему мы не занимаемся инъекциями базиса, то есть коллагена, это потому что, несмотря на то, что вы его вводите под кожу, то он все равно со временем разрушается. そのため、若かった頃の皮膚が、老化して、薄くなってしまった皮膚に、もう一度外で活性化した自分自身の細胞を注入することが重要になってきます。В связи с этим считаем важным то, что есть теперь такой метод, как взять клетки пациента, после чего мы их культивируем и возвращаем этому же пациенту обратно. で、先ほどから、スキンセルと言っていますけれども、これはスキンセルの能力を、示した、実験です。Здесь представлены испытания по возможностям кожных клеток. で、コラーゲンのスポンジの中に皮膚の細胞を入れています。В коллагеновую спонжи, мочалку мы укладываем кожные клетки. で、これが、衰えた皮膚だと思ってください。Представьте, что это кожа.
その中に、スキンセルを注入しています。И мы под нее вводим кожные клетки. そうしますと、先ほど述べましたように細胞からさまざまなサイトカインが産生されます。После этого мы можем увидеть, каким образом идет фактор, развивается фактор роста. で、例えば VEGF は血管を新生する役割を持っています。Вот на VEGF мы видим, что он способствует развитию артерий. で、元気な皮膚には栄養分がいりますので、必ず血管をたくさん作る必要があります。Поскольку кожа становится более активной, то возникает потребность в том, чтобы больше был рост артерий. で、その他にも、KGF、これは表皮細胞を元気にする、成長因子です。А также вот на KGF вы видите, что этот график показывает, что он улучшает саму поверхность кожи.で、元気のいい表皮はそのツヤだとか、潤いに関係します。で、またこの TGF-β は、コラーゲンとかエラスチンというものを作るために重要な成長因子です。данный фактор роста TGF-β является важным для производства коллагена и эластина。こういうサイトカインが産生されることによって、神秘が厚くなって弾力のある、いい皮膚ができます。благодаря ему кожа становится более плотной, плотной и упругой. で、もう一つの実験をお見せします。И еще один хотел бы вам представить еще одно испытание. これは、ラットに、神秘層までを削った総称を作ったものです。Здесь была снята кожа с крысы. で、この総称の上に先ほどちょっと述べましたコラーゲンのスポンジの中に細胞を入れたものを、貼り付けます。Сверху, получается, накрыли эту рану уже культивированными клетками. そうすると、この赤色は血管がたくさんできている証拠です。Эта фотография доказывает, что увеличился рост количества капилляров в артерии. そして、先ほど、このようにも穴が開いてた怪我が И размер раны также уменьшился, то есть количество коллагена увеличилось. そして、さらに、先ほど言った KGF のように表皮細胞が、怪我をすべて覆っています。И как мы видели на схеме KGF, то есть полностью уже кожа покрывается поверхностью кожи. で、このように、皮膚をバイオプシーして取ってきて、Таким образом мы берем биопсию кожи. それを外で培養します。Культивируем отдельно клетки этой кожи.そしてその細胞を、衰えた皮膚の中に入れてあげます。И возвращаем их под кожу. そうすると、その、注入した細胞から、サイトカインやエクストラセルラーメイトリックス、これはまあコラーゲンのようなものですけれども、これが産生されます。Таким образом, благодаря этим инъекциям идет рост цитокинов и других молекулярных матриц, включая коллаген. で、これが、skin rejuvenation treatmentのコンセプトになります。Это является концептом регенерации кожи. Концепции. で、実際の治療のスケジュールですけれども、Что касается порядка осуществления терапии? まず、1回目の、来院の時に、カウンセリングと、こういう感染症の検査を行います。Сначала происходит консультация, также берется, проводятся тесты на HBV, HCV и другие.で、大体この感染症の結果が1週間後に出ますので、Через неделю получают результаты этих тестов. その時に、皮膚と血液を採取します。
После этого берется биопсия кожи, а также забор крови. そして皮膚を培養するのに4週間ぐらいかかります。И осуществляется в течение 4 недель культивация кожи. そして増えた皮膚の細胞を注入します。После чего уже культивированные клетки инъекцируются опять под кожу. そして2週間から1ヶ月後にもう一度注入するのが通常の治療です。Через 2 недели, 1 месяц, данная операция проводится повторно, инъекция. でこのように治療にはだいたい 1.5 から2ヶ月かかって4回クリニックに来ていただかないといけないことになります。Таким образом, данная терапия занимает от 1.5 до 2 месяцев и всего 4 раза требуется посетить клинику. で少し実際の皮膚の細胞の培養の様子をお見せしたいと思います。Хотел бы показать вам сам процесс культивации клеток. で皮膚は先ほどお話ししましたように最初に皮膚を取って一緒に血液も採血します。Как сказал ранее, сначала берется биопсия кожи и забор крови. そして最初はちっちゃなディッシュで培養します。Сначала культивируются они в небольшой таре. それをもっと大きなフラスコで培養します。А потом уже оно переносится в более большую емкость. そしてたくさん増えた細胞をハーベストして患者様に注入します。После того, как клетки уже подверглись культивации, их уже инъецируют под кожу пациенту. ではまずこのスキンバイオプシーとコレクティングブラントのところをお見せします。Теперь хотел бы показать вам процесс биопсии. で詳細はもう省略します。また再生未来のホームページに載せたいと思います。Подробная информация есть на сайте клиники, поэтому я быстренько расскажу.で皮膚はこの耳たぶの後ろからだいたい 2×4 ミリで取ります。Биопсия кожи берется за ухом и составляет там ее площадь от 2 до 4 миллиметров. でこちらでまあ採血をします。Здесь вы видите забор крови. で次にディッシュでまず培養します。После чего ее переносят в небольшую такую тарелочку.でバイオプシーした皮膚は、ディスパーゼという酵素で、表皮と真皮に、分けます。Культивируемая кожа, подразделяется на эпидермис и дермис. これが表皮の部分で、こちらが真皮になります。То есть, вверху эпидермис, это верхнее покрытие кожи, и подкожная часть, дермис. 使用するのはこの、真皮の部分です。В культивации клеток используется вторая вот именно часть, которая под поверхностью кожи. そしてこの真皮を細かく切断して培地の中に置いておきます。Она мелко измельчается и уже переносится вот в такую емкость. そうしますとこれが細かく切断した皮膚の塊です。Это вот скопление кожи, которое было мелко подроблено.でこのように、少しずつ、細胞が出てきて増えているのがわかると思います。Ну, как вы видите на фотографиях, постепенно количество клеток растет, количество кожи увеличивается. でディッシュは実際はもうこれぐらいの大きさですので、Вот такого размера тарелочка сначала. それをもっと大きなフラスコというもので培養します。После чего клетки переносятся уже в более большую тарелочку.でまあ、こちらがこのフラスコの写真です。Вот это уже более большая емкость, которая используется для дальнейшей культивации. でこのフラスコの中でまた、最初少なかった細胞をどんどん増やしていきます。Ну и постепенно вот таким образом увеличивается количество клеток. でこちらに、少し何人かの患者様の、細胞の増殖具合をグラフにしました。Этот график показывает поведение клеток разных пациентов. で、まあ、一番若い38歳の方
と、самый молодой пациент это 38 лет。まあこの69歳の方でそれほど差はないという結果が出ています。И самый пожилой 69。私はずっと皮膚の研究をしてますので、いろいろな年齢の細胞を、扱っていますけれども、я занимаюсь давно уже изучением кожи, исследованием кожи и видел много типов поведения клеток。だいたい10歳を超えたあたりからほとんど差はありません。И практически можно сказать с 10 лет。Вот как после 10 лет особой какой-то разницы поведения клеток не наблюдается. Всех одинаково. 極端に言いますと、20代の方と80代の方の皮膚は外で培養したら特に差はなく増えることが多いです。То есть, если взять биопсию 20-летнего человека и у 80-летнего человека и потом начать культивировать их клетки, то какой-то большой разницы в их росте вы не увидите. そしてこのように増えた細胞を、最後治療のために、最終的にハーベストします。И в конце уже культивированные клетки вводятся инъекции под кожу.でまあ、このちょっと見にくいですけど白い塊これが、皮膚の細胞になります。Здесь плохо видно, вот стрелочка показана, вот эта вот жидкость это является культивированные клетки кожи. でこの皮膚の細胞を、生殖で、生理食塩水で洗います。Эти клетки они моются, проходят процесс. そして、注入用の、非常に、細い針を使ったシリンジの中に、注入、入れます。И набираются шприцом, самым тонким шприцом, который имеется, и вводится под кожу. 少し、皮膚を採取しているところの動画を見ていただきたいと思います。Это процесс биопсии. 耳たぶの後ろから取ります。Правое ухо за ухом.Зона за ухом. 理由は、日焼けをあまりしていないのと脂肪組織が非常に薄いからです。Причина это потому что в том месте кожа не загоревшая и там находится мало жировой подкладки. まあこのように、ピンセットでつまみながら、メスで。Таким образом пинцетом цепляется и берется биопсия. Тотта 皮膚は乾燥すると中の細胞がすぐ死にます。Если вот взятую кожу оставить просто на воздухе, то она высохнет и, ну, в общем, умрет очень быстро. まあそのためこのようにガーゼで浸した皮膚を。Она выкладывается на марлю и увлажняется. で、この皮膚を、滅菌したチューブに入れて培養センターまで送るというふうになっています。Она кладется в специальную тару и потом переносится уже в биоцентр. で、こちらは回収した細胞を注入するところの動画です。あ、здесь вы видите сейчас видео, сам процесс инъекции происходит. このように、クリームで麻酔のクリームで、全身にアビスバリバイシークリームを наносится сначала на кожу。
で、このように細い針で、как видите, тонкой иглой. この患者様の場合は、マリオネットラインが気になると言われてましたので、このシワに沿って注入していきます。У данной пациентки была проблема именно с губной зоной, поэтому делаются инъекции в данной зоне. 実際は、36ゲージから、42ゲージの非常に細い針を使うので、痛みはそれほどないようです。используется игла размера 35-40, поэтому это не очень больно. で、出血したところは、冷やしたガーゼで、止血をしています。Там, где выделяется кровь, смачивают марлей охлажденной. 非常に少ない量を何回も注入しますので、非常に時間がかかる治療です。Данная терапия требует времени, потому что очень много получается этих инъекций и по небольшой дозе вводятся под кожу. で、実際に少し、ケースレポートをお見せしたいと思います。Ну, теперь хотел бы показать вам реальные примеры пациентов, которые прошли данную терапию. で、こちらは、8年前に、肌細胞注入療法を始めた最初の患者様です。Это самый первый пациент, который был у них 8 лет назад. 少しほうれい線の深みが浅くなっているのが分かると思います。Вы видите, выделяется носогубная зона.で、こちらは額のシワのが気になる患者様です。данной пациентке видно, что были морщины на лбу. で、この方は、ドクターイヌイの奥様で、注入したのもイヌイ先生です。Это как раз жена господина Инуй. で、このようにほうれい線が少し、Здесь также вот в районе носогубной зоны.Видна проблема. で、この方は63歳の女性で、最初にほうれい線が気になるということで、注入をしています。Эта пациентка сначала пришла с тоже носогубной зоной. で、その後、非常に効果が感じられたので、顔全体のシワに注入しています。И после первой операции ей так понравился результат, что она потом пришла еще раз и сделала себе инъекцию в глазной зоне, в зоне глаз. で、ここで、頬の方に、頬のたるみのをなくすために。Потом третий раз она пришла с щеками. で、こちらで目の下のシワをなくすために注入してます。А в четвертый раз уже с нижней частью глаз.その、アフターがこちらの写真です。Ну и вот справа это фотография уже после всех операций. で、こちらは46歳の男性で。Это мужчина 46 лет. ここまでは、目元と口元だけ、注入をしています。Сначала он делал инъекции в районе глаз, а также носогубной зоны. で、こちらも効果が見られたので、ここからほうれい線の方にも、注入を開始して、今この状態です。И потом ему понравился результат, он еще пришел, сделал себе вот именно те морщины, которые от носа идут. で、62歳の女性。62 года женщина. 目の下、そして зона под глазами, 眉間、между бровями, それと頬とほうれい線、あ、также щеки и вот опять-таки морщина от носа, которая идет. これを、ずっと、4回された後の、写真です。Это вот с правой стороны фотография, когда уже были проведены все 4 операции.で、69歳の女性。Женщина 69 лет. 額と、目の周りも注入をしています。Морщины на лбу, а также зона вокруг глаз. 目のくぼみはあまり効果がなかったようですけれども、
死体は非常に患者様も満足されているようです。На глазах не было большого эффекта, однако вот эффект на лбу очевиден, и пациентка осталась довольна. で、43歳の女性。Женщина 43 года. この方はモデルの方で。Это на самом деле модель.レーザー治療を顔全面にしたために皮膚が薄くなったのを気にして来院されています。Она проходила лазерную терапию, поэтому переживала, что кожа у нее стала более тонкой и обратилась в их клинику. で、そのため、顔に張りを出させるために、頬とかこめかみのようなこういう、引っ張るようなところに注入をしています。Поэтому провели инъекции в районе вот скул и со стороны глаз, то есть там, где выделяется особенно кожа, чтобы ну, сделать более живой ее. で、その治療がここまでです。1月29日。До 29 января это были операции, инъекции. で、その後、ここからは。После этого вот последующие инъекции.で目尻のシワとほうれい線にも注入を開始して今この状態です。также были проведены в районе губ, носа, носогубной складки. И с правой стороны вы видите уже фотографию после всех инъекций. で最後にですね、ちょっとロシアの場合は厳しいんですけれども、再生未来クリニックとのコラボレーションについてちょっとお話ししたいと思います。Ну и также хочется сказать относительно медицинского сотрудничества, ну, возможно, в России это сложно еще будет сделать. 日本では再生未来とコラボレーションをしたクリニックでは、このようなシステムで、治療を行っています。Однако в Японии они занимаются сотрудничеством с другими клиниками, работают по следующей схеме. で、コラボレーションしている施設の患者様から皮膚を取ります。Они берут, допустим, кожу от пациента, который обратился с другого медицинского учреждения. それを輸送して再生未来の培養センターに送っていただきます。Транспортируют ее в клинику 再生未来. で、我々は細胞を培養して осуществляют культивацию.出来上がった細胞を再度輸送して戻します。И готовую кожу, готовые клетки уже отправляют обратно. で、提携の医療機関では、その細胞を、患者様に注入していただきます。А инъекцию проводят уже вот в медицинском учреждении, в которое обратился пациент. で、日本では、以前はこれは自由にできていたんですけれども、ここまででいいです。В Японии данная схема работала давно хорошо. 2年前から法律が厳しくなりまして。Но 2 года назад законы немного поменялись. で、この提携医療機関が再生医療をするという許可をもらわないといけなくなっています。И для осуществления данных операций вот медицинское учреждение, в которое обращается пациент, должно получить разрешение на проведение таких инъекций. また細胞培養センターも、そういう、きちんとしている培養センターであることを証明するために、いろいろな書類を提出しています。Также их клиника, которая осуществляет культивацию, обязана предоставить тоже соответствующие сертификаты и документы, подтверждающие надежность данной клиники. で、もちろん、最初にお見せした再生未来の東京とか神戸のクリニックは全て、許可を取っていますし、CPC も、承認をもらっています。Однако их клиника, вот, которую он вначале представил, имеет все разрешительные документы и имеет, ну, как по проведению такой операции, так и непосредственно по центру CPC, где происходит культивация клеток. で、本当は、こういう発表機会にロシアのクリニックでも実際にやっていただきたいのですけれども、Мы бы хотели, надеемся, что будет такая возможность сотрудничать и с российскими медицинскими учреждениями. で、ここの輸送が一番問題になります。Конечно же, самым проблематичным является транспортировка.
で輸送は、実際は、このような、まあ、普通のアイスバッグを使いますけれども、この、特殊な保冷剤が重要になってきます。Для транспортировки используется специальный контейнер, а также специальный прокладка такая из льда. この特殊な保冷剤を使って、冷蔵輸送をしています。И с помощью такой упаковки происходит уже в замороженном виде транспортировка.でこちらが、その輸送した時の温度変化です。Здесь вы видите температуру, которая изменяется в течение транспортировки. 冷蔵輸送してますので、この外側の温度ですね、赤のこの温度は、大体5度前後になってます。Ну и поскольку это происходит в замороженном виде, то вот вы видите на графике красной линии изображено изменение температуры.で箱の中身は、10度から15度ぐらい、この黄色い線の中で収まっています。То есть красная линия – это снаружи температура коробки, и внутри коробки температура – это желтая линия. 細胞は、まあ生き物、生物ですから、4度ぐらいがいいと思われる方が多いと思うんですけれども、実際はこの10度から15度ぐらいというのが一番安定しています。Поскольку это живой организм, возможно, вы думаете, что 4 градуса это как раз будет норма, однако это не так, и требуется температура в районе 10-15 градусов. で、再生未来ではその最適な温度を維持した輸送を実現しています。Их клиника, конечно, обеспечивает такую температуру при транспортировке. で、こちらがですね、バイオプシーしたスキンをすぐに培養した時の、写真です。Здесь вы видите фотографии кожи, которая была взята у пациента. で、バイオプシーしてすぐに培養した時と、先ほどの特別な輸送、10度から15度ぐらいの輸送をした時の増殖の写真になります。Сначала видите с левой стороны, это когда была взята биопсия и сразу начался процесс культивации. С правой стороны, это уже когда была транспортирована кожа и уже процесс из транспортированной кожи, процесс культивации. で、見ていただいたら分かりますように、大きな差はありません。Как вы видите, очень большой разницы нету.ですけれども、こちらの図は、治療のために回収した細胞がどうなるかというのを調べた実験です。Однако вот здесь представлены результаты теста на уже культивированную кожу。で、回収した細胞を、室温で置いとくと、24時間後には半分ぐらいが死んでしまいます。Если оставить взятую кожу на 24 часа при комнатной температуре, то через 24 часа она уже практически умирает. で、特殊な輸送をしておくと、ほぼ 90% ぐらいまでを維持します。Если же ее транспортировать в специальной таре, как вот говорили, то она остается практически живая.でちなみにここでは載せてないですけども、4度に置いた場合も 70% ぐらいまで落ちてしまいます。Здесь не указано, но однако, если оставить ее при 4 градусах, то тоже на 70% она умирает. でこのように、性細胞率が高い状態で患者様に注入するためには、この特殊な輸送が、重要となります。Поэтому естественно, что для того, чтобы была инъекция качественная и принесла хороший результат, необходима вот такая специальная транспортировка кожи. で、海外の場合は、この輸送が問題になると思われます。この皮膚の方は特に何日間かかかっても大丈夫なので、問題はないと思います。Поэтому, в принципе, как бы большой проблемы не должно составлять, даже если сотрудничать с зарубежными странами. ちょっと先ほどお見せした、この
皮膚をバイオプシーして輸送していただくところまでは国内で行けますけれども、この注入は、実際にそのクリニックに来ていただかないといけないことになります。И еще вот первые две части, да, вот когда берется консультация, биопсия, то это может осуществляться в другом учреждении, в другой организации. Однако вот на шаге 3 уже необходимо прийти в клинику. Также осуществляют они деятельность по хранению кожи, банк кожи.一つは先ほどお見せした耳たぶから皮膚を取って、それを液体窒素で保管しておくというサービスです。То есть это такой сервис, когда берут биопсию и потом ее сохраняют в специальной жидкости. で、ただ、皮膚を保存しておくと、もう一度凍結して保存しますけれども、解凍したときに、その皮膚を切り刻んだときに細胞が出てこないときがあります。Однако бывают случаи, когда, если, когда уже начинается процесс культивации и ее мелко измельчают, то клетки не размножаются, не культивируются. そのため、その皮膚からもう、ファイブロブラスト、スキンセルをもう取り出して、その増えた細胞を保管しておくというサービスもあります。В связи с этим они предлагают такой сервис, как выделение именно фибробласта.Самих клеток из кожи и уже хранение непосредственно этих клеток. で、あとは、治療をするときに細胞を増やしますので、そのちょっと余ったものを少しだけ残しておくということもしています。Также они имеют возможность не использовать все клетки, когда уже культивированные клетки, а часть клеток оставить на хранение. で、治療を受けられた方は、大体この、サービスを受けていただいている方が多いです。И вот этим третьим видом сервиса очень многие пациенты пользуются. で、期間は5年か10年で選択していただいて、更新も可能という形になっています。Имеется возможность хранить клетки от 5 до 10 лет. で、まあ、このようにちょっとがん治療とかとはずれていますけれども、アンチエイジングの治療の一つとして、一つこの、肌細胞注入療法というのを考えていただければ幸いです。Но мы представили эту технологию, поскольку эта технология отличается от той, что была презентация до этого относительно рака, однако это тоже можно рассматривать технологию как анти-эйдж. ありがとうございました。Спасибо.Кентаро-сан, аригато гозаймашита. Да, у нас, мы сильно задержались, у нас еще три доклада, но, наверное, уже все около 10 часов. Так что, да, конечно, конечно. Доставки фрагментов кожи от пациентов и, соответственно, уже дальнейшего лечения. Сакиюта, но тотта хадано? Второй вопрос. Если я правильно понял, то где-то уже 8-10 лет проводятся эти инъекции. Скажите, а как долго держится эффект у пожилых людей?この注入はもう8年間ぐらい行われてますよね。どれぐらいその効果が保ってるんですか。特にその年取った人。大体、5年と言われてますけれども、3年目ぐらいで、もう一度来られて注入されることが多いです。говорят, что 5 лет?Но фактически через 3 года приходят эти же пациенты для повторных инъекций. И еще вопрос. У них целая технология выращивания фактически эпительной ткани. Задавались ли они таким вопросом? И, наверное, да. Могут ли они выращивать соединительную ткань или мышечную по той же технологии? Есть ли у них разработки? Оно, оно, сайбу, оно,
ティベーションを行ってますけれども、培養を行ってますけど、この皮膚だけではなくて筋肉とか他の胃腺も培養できるのではないかなって、ああ培養は考えたことありますか？あ、私も皮膚じゃなく軟骨、角膜、膵臓ですか、それはあります、経験は。で、で角膜と軟骨はもう実用化してるので、そういうことをしてるところもあります。Да, и у них есть опыт, я так понимаю, что хрящевые ткани, да, они уже выращивали, да, и соединительные ткани тоже. То есть они реально выращивают или есть просто разработки? Да, реально выращивают. И последний вопрос. Сколько в среднем стоит процедура в Японии, ну вот такой вот косметики лица? А если это не коммерческая тайна, ну думаю, что нет. 60万ぐらいですかね。2回治療して。ドルだと6000ドル。где-то 6000 долларов. Все, большое спасибо. Вопрос такой: у них есть разработки по костной инженерии? Костной? Хоне инженерингу, но кейкен ариваска. А, хоне ва най, кедо яттеру хито ва имас. Тада, хоне ва зайдё но хоу га жуйё на ноде, татоеба титан ни сайбо у умекондари штеру кенкю о умеконде яттеру хито ва имас. Бецно клинику. Ихняя клиника не занимается, но он знает клиники, где есть такие разработки. Но там очень важно, чтобы было сырье, то есть как бы в титан они выращивают эти кости. Ну, то есть он знает, да. Но не их клиника, а другая клиника. Да, да. Противопоказания и побочный эффект есть? Вкусайото. あ、いや、まず副作用は自分の細胞なので、まあ、一番ない治療だと思います。побочных эффектов нету, потому что ваши же клетки, они не вызывают никаких побочных эффектов. Через месяц, наверное, мы можем уже брать здесь, да, кожу. Да, по поводу джесимафа, если вы хотите купить, то обращайтесь не к Таши, ну и а к нам, потому что, ну, это как бы. И через месяц мы уже будем эти процедуры, как бы уже несколько месяцев назад договаривались, скорее всего, с сентября. И противопоказаний тоже нету. Обычно для культивации могут использовать типа пенициллина или других медицинских, да, этих препаратов, но они у себя в клинике их не используют. Поэтому можно сказать, что противопоказаний тоже нету. А, ну еще раз хотелось бы сказать, что сами инъекции проводятся самой тонкой иглой в мире. Вот 35-й размер. Да, и стоимость будет, что здесь мы делаем, что в Японии, она будет одна и та же. То есть, если кто-то захочет в Японию. У меня друзья, я даже давал телефон, не знаю, сделали или нет. Ну, стоимость та же будет, если мы будем здесь брать кожу и туда увозить, и потом уже инъекцию здесь сделать. Все, всем спасибо. Мы будем сейчас часто проводить такие семинары и конференции, привозить разных специалистов по продлению жизни. Сейчас немножко дореставрируем это помещение. Здесь каждый месяц будут иностранные специалисты приезжать. Так что всем спасибо.